Всем страшный-страшный привет! Сегодняшний обзор я хочу посвятить серии Ghouls Rule. В него входит Один Вульф, Франкенштейн, Эбби Боминейбл, Клео Дениль и Дракулаура. С Дракулаурой вы уже, наверное, видели мой обзор. Ну а сегодня я открою все. Теперь я посажу ее рядом с Дракулаурой. Теперь подошла очередь к Франкенштейн. Сажаю и ее. А это маска Фрэнки. Теперь откроем Клео. А у Клео вот такая вот маска. Ну и последняя кукла из этой серии Эбби Боминейбл. И снежная маска Эбби. Вуаля! У кукол праздничные прически, костюмы, макияжи. Так что тусовка начинается. А мне остается с вами только попрощаться. Пока!